Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будут покупочки, та-да-да, с сайта Умка Молл. Я заказала себе кучу одежды на осень, осенние новинки. Очень много необычных вещей, хочу скорее с вами поделиться, и давайте приступим. Первое, что я хочу вам показать, это вот такая как раз таки кофточка, которая на мне, в которой вы сегодня будете видеть меня все видео. Мне она понравилась в первую очередь своей расцветкой. Итак, кофточка пришла отличного качества, отличного качества. Вообще качество вещей меня очень-очень порадовало. В первую очередь кофточка понравилась мне расцветкой, она на осень, она с длинным рукавом, сейчас я вам все покажу. Ее можно носить под юбку, под брюки, и расцветка, мне кажется, очень идет к моему лицу, но я изначально так и думала. Думала, что она мне подойдет. Ткань очень приятная к телу, хотя это полиэстер. Полиэстер бывает разный. В общем, смотрите, как мне, пишите в комментариях, нравится вам или нет такая расцветка. Но мне кажется, она очень прикольная, вполне себе осенняя и как-то делает меня более яркой, яркой и веселой и стильной. By the sounds I'm breathing in, hold tight. Следующее, то, что заказала себе на осень, это вот такие джинсы, и вы могли уже меня в них видеть в инстаграме, фотографии, и, возможно, даже в видео где-то. Джинсы мне такие очень нравятся, потому что они, джинсы не такие обычные, которые я ношу, да, там, в обтяжечку. Эти джинсы не в обтяжку, они, скорее всего, знаете, типа, джинсы моего бойфренда. В первую очередь, мне нравится, конечно же, их дизайн, то есть они такие свободные, здесь на резинке, то есть классно, что не нужно вот здесь застегивать, все завязывать, да, что это завязочки просто для красоты, что просто их натянул и побежал. Мне еще удобно такие джинсы как раз таки за малым в сад ходить, потому что очень часто, когда нам нужно быстренько собраться в садик, я на себя напяливаю просто что-нибудь, что попало, и до садика иду. А сейчас у меня лежат джинсы всегда под рукой, и я всегда на стиле выхожу. Во вторую очередь мне очень понравилась расцветка, то есть это такой классический вареный джинс. На самом деле я уже давно не встречала таких джинс такого цвета. Большие карманы впереди и сзади, что очень удобно. Здесь немножечко на коленке обыгрывает небольшой такой разрез. Я не люблю очень сильно рваные джинсы, сейчас не покупаю такие, хотя иногда поглядываю на них. Мне всегда нравились рваные джинсы. Но сейчас вроде это уже так немного не актуально, насколько я понимаю. Но лично мне по ощущениям тоже не очень хочется носить сейчас рваные. Но небольшие рванинки я приветствую, нормально. Вот, и мне эти джинсы очень нравятся, реально. Они очень свободные, классные, красивые, стильные, как раз на осень. Кстати, досмотрите видео до конца. В конце я расскажу о том, какие для вас сюрпризы подготовил сайт Умка Молл для моих подписчиков. Следующая покупочка — это офигительный, просто офигительный. Я плохие вещи таким словом не называю, сами знаете. Вот такой свитер пудровой расцветочки. Он идет, мне очень понравилась расцветка в первую очередь, естественно, узор какой-то такой, да, длина хорошая, ну, попу не прикрывает, но
живот прикрывает. И вот здесь мне понравился широкий такой ворот, что можно носить как бы плечики открыто. У меня здесь татуировка, хорошо, чтобы ее было видно, да. Также очень красиво, если спускается на одно из плеч, получается очень такой, знаете, такой сексуально-небрежный стиль, что я очень люблю. И, кстати, под эти джинсы тоже прекрасно будет смотреться. Но у меня еще есть джинсы, под которые я тоже примерю этот свитер, и мне кажется, очень даже. В общем, такие свитера я люблю. Такого цвета у меня нет, такого стиля у меня нет, но очень нравится. Поэтому посмотрите. Еще я заказала себе платье вот такое с длинным рукавом, вот такого зеленого цвета хаки. Я думаю, что вы знаете о том, что я люблю этот цвет. Платье длинное, но оно не в пол. Вот оно чуть выше щиколотки, по бокам с разрезами, с очень красивым поясом, из очень приятной ткани. Но мне кажется, цвет такой прям осенний. У меня, кстати, есть и обувь, у меня есть куртка, у меня есть рюкзак, один, другой, все в таких коричневых тонах. Я на самом деле очень люблю эти цвета, вот, то есть, да, темно-зеленый и вот этот вот пояс очень классно сочетается. И если еще выбрать обувь, там рюкзачок, вообще очень стильно все получится, да. Но почему-то редко надеваю именно вот эти цвета. Хотя я все собираю и все время поглядываю. Но хаки платье, мне кажется, оно универсальное, его тоже одел и пошел. Свободно, непрозрачное, можно носить вообще без лифа, это замечательно. Мне кажется, еще такую на позднее лето даже могло бы идти, или на раннюю осень, вот, хорошо. Но если, допустим, одеть сапожки и накинуть курточку, то, в принципе, и поздняя осень прекрасно будет с этим платьем. Зацените и скажите, как мне. Еще также я приобрела две вот такие вещи. Первое — это такой свитшотик. Ну, может быть, вы знаете, вот такой вот мягкую ткань, плюш, что ли, или что. Здесь мне в первую очередь понравилась расцветка, именно темно-зеленый такой, да, мне кажется, идет такой цвет. И рукава, и низ белый. Все с капюшоном обязательно. Все очень такое мягкое, прям мягкое. Я подумала, что, знаете, вот осень я прям приобретала, что-то на осень себе. Прям мне очень захотелось этого мишку, мягковушку себе. Кстати, пришло очень все упаковано. Во-первых, каждая вещь в отдельных пакетиках, красивых, аккуратных, не где-то там нашедших. И вот такие, например, вещи достаточно громоздкие, да, то есть они не просто сложенные пришли, они пришли прям в вакууме. Я сначала удивилась, когда увидела пакеты такие тонкие, думаю, что там лежит. И потом, когда я распечатала все это, оказались там вот такие плюшки. Очень так компактно запаковано все. А вторая вещь — это вот такое, вот, знаете, как бы, не знаю, шубка можно ее назвать, но все-таки она такая, ну, с подкладкой, да, ну, шубка, кофта,
Она без застежек, без ничего, в первую очередь. Я хотела себе что-то такое вот плюшевое, да, то есть вот такой ткани, текстуре. Ну и еще и серая. Серый мне очень идет, у меня есть норковая шуба серая, но она очень теплая, и на самом деле не везде ее оденешь, потому что она, ну, такая прям гламурная, стильная, надо соответствующе как-то куда-то ее одевать. А если я просто, например, опять же, так же в сад пошла или куда-то поехала на машине, конечно, мне, ну, удобнее просто вот накинуть вот такую вот полушубку, да, вот. Ну, то есть она мне будет идти красиво, она будет меня греть, она коротенькая. Единственное, что она без пуговки, вот этот момент, как бы я не учла, да, я все время смотрю, думаю, о, мне нравится, а потом прихожу и уже начинаю потом видеть моменты, что, да, было бы хорошо, если бы она застегивалась. Но мы посмотрим, как я буду этот момент обыгрывать, главное, что мне нравится цвет и мне нравится дизайн. Еще раз повторюсь, что все вещи удивили меня своим качеством, потому что вообще ни на одну вещь нареканий нет. Также не удержалась и все-таки взяла платье. Я заказывала в конце лета все эти вещи, и это платье вы видели в Инстаграме. Все очень много мне о нем писали, что красивое платье, которое мне очень идет. И сама, когда я его увидела, я прям подумала, блин, мое-мое. Я очень редко ношу платье, но вот это платье, можно сказать, я даже заносила. Я его прям каждый день просто одеваю, тоже без лифа можно одевать. Оно легкое, красивое, под кроссовки, под босоножки. Прекрасно смотрелось. И безумно клевая расцветка. Рукав необычный такой. На самом деле даже необычный крой, не как стандартное какое-то платье. Поэтому это платье, я вообще им безумно довольна. И на следующий год буду носить его обязательно. Последняя вещица, которую я себе приобрела, это такая белая блуза. Зачем я покупаю себе белые блузки? На самом деле, я все время представляю тот день, когда кто-то, серьезная какая-то организация или компания позовет меня на встречу для того, чтобы предложить мне какое-то сотрудничество. И я, вот представляете, да? И я сразу в голове думаю, так, а в чем я пойду? А я пойду в каких-то брюках красивых, темных, да, и мне нужна какая-то светлая блузка, я должна выглядеть стильно, и, в общем, я беру вот такие вот кофточки все время. Но мне она очень понравилась, она такая необычная, ну, или еще на день рождения куда-то, да, ну, такой нарядный вариант. Мне понравился рукав, вот такой три четверти, расклешенный, и вот с такой сеточкой. И впереди вот здесь вот у нас тоже очень красиво обыграно. Эту блузку можно заправить, у нее хорошая длина, можно заправить, можно на выпуск. Очень красиво смотрится. Ну, в принципе, белая это классика. Подойдет под все и под любое мероприятие. Ну а теперь мы подошли к самому интересному. В магазине Умкамол вы можете заказывать одежду с двух разных складов. Это из Китая и из Москвы. Из Китая одежда идет немного дольше, а из Москвы в течение там 5 дней, что очень удобно. Еще один такой момент, который у них открылся, и теперь можно им воспользоваться, это оплата после того, как приедут ваши вещи.
Согласитесь, это очень удобно. То есть курьеру, когда он уже привезет. Под видео я напишу вам бонусы, которые у них действуют, промокоды, с которыми вы можете получить скидку, заказывая одежду от определенной суммы. Там есть несколько вариаций, несколько промокодов со складов в Китае, со складов в Москве. Сейчас все это говорить не буду, все подробно будет написано в описании. Ну а я в комментариях жду ваши отзывы по поводу одежды, что мне идет, как вам мои новиночки в осень, что вы себе приобрели, а также все свои вопросы пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Также лайк, подписка, и увидимся в следующем видео. Пока-пока!